И почему ты еще не на стримах Hell Play? Надеюсь, чат будет давать полезный совет. Ну, пока чат перестал давать полезный совет. Пока большинство там несет хуйню полную. Пиздец, блядь. Так, сразу, блядь. По рукам ему, блядь. Блядь, промахнулась, мразь. Отлично. Которую он охраняет, нужно недалеко найти гроб изга. Вектор, я знаю, но я не могу это сделать. Камень душ, ебать! Вот это подгон. Бля, стеклянный флакон, сырое мясо, все это не то, что надо. Вот давайте, знатоки, как думаете? Камень душ может быть на боссе морском? Ну, блядь, ну, надо вернуться, но не сейчас. Пока я не засейвлюсь, я не пойду назад. Посадить, блядь, или нет? Наверное, посадить. Блять, это... Пещерный житель охраняет территорию, его взгляд очень бдителен, видно, что он не доверяет тебе. Привет. Пещерный житель никак не реагирует на твои слова. Что это за место? У него тоже хуй, кстати. Кто ты такой? О, взрывной флакон. Капюшон, табак, взрывной флакон. Некая ритуальная статуя. Возможно, твое воображение шалит, но кажется, ты краем глаз замечаешь, когда немного сдвинулась. В момент того, как ты заходишь в комнату. Что-то блестит. Камень душ. В руках этого украшения гнилая голова. Человеческое жертвоприношение здесь, похоже, обычное дело. Девочка берется за голову, ты видишь, как ее колотит. Похоже, она совсем не хочет идти дальше. Что-то не так. Девочка смотрит тебе глазами полными слез. Похоже, она находится в глубоком потрясении. Блять, что бы ей сказать? Не волнуйся, я позабочусь о тебе. Похоже, ваши слова немного успокаивают девочку. Она кивает. Блять, я обосрался нахуй. Мне нужна, сука, еще одна синяя склянка. Счастливая монетка. О, заебись. Восточный парфюм? Что это такое? Или взрывной там... Нет, там был парфюм именно. Блять, что за хуйня? Бутылка восточного парфюма, аромат привлекает чудовищ и зверей всех видов. Ага, спасибо, блять. Пещерный житель стоит и таращится на тебя. Привет.
наклоняет голову на бок. Что это за место? Устремляет взгляд на землю, будто бы указывая на что-то. Кто ты такой? Постукивай себя по груди. Опять капюшон ебаный. Блядь, деревянный батлер. Стеклянный флакон. Блядь, мне нужна синяя моя голубая жидкость нужна. На столе потертая записная книжка, ее содержимое остается для тебя загадкой. На писанине состоит из случайных каракуль, писатель явно не был аккуратен в письме. Так, это просто мы вот так вот прошли вдоль этой хуйни, правильно? Да. Надо просто все исследовать здесь. Два томата. Нихуя себе там что-то, вяленое мясо. Что-то опасное, блядь. Из темноты внизу пахнет кровью. И разложением. Там же ты можешь услышать нечто вроде слабых стонов и рычания. Уйти, блядь. Нахуй, блядь. Капуста. Синий флакон, дай, пожалуйста, блядь. О-о-о-о! А, у меня он всего один? Не, подожди. У меня нет рецепта, блядь. У меня нет рецепта на хорошую хилку. Ебучий случай, блядь. Блядь, так их что ли выпить? Бля, вот не знаю, так что ли выпить его? Или подождать, пока я сейчас каким-то чудом нарою себе этот рецепт. Да-да, еще один, да. Пьян житель, похоже, предлагает своего рода сделку. У него есть коробка, забитая ценностями. У тебя 33 серебряных монеты. Синий флакон. Может, взрывной флакон еще взять на всякий пожарный? Или накупить синих флаконов, как думаете? Наверное, синий. Давайте это, да, реально хилки скуплю. Учитывая нашу ситуацию, нам бы, блядь, хилок. Пытается общаться с тобой. Она указывает пальцем вверх и двигает губами. Да, я с поверхности. Ты можешь использовать здесь камень душ? Нет. Можешь поглотить? Нет. Обыскать. Бля, я сусь хавать, блядь, его. Я боюсь, они это взбесятся. Бля, ебать, девка голодная. Пещера нельзя сидит здесь. Похоже, он куда-то смотрит и не замечает тебя. Да, блядь, вообще не везет на сундуках.
Они игнорят нас просто. Блять, а сейф-то где? Девочка ищет тебе утешение. Может, дать ей побухать, блядь? Завтра майн, да. Пещерный житель охраняет территорию, взгляд. Понятно. На пьедестале загадочный объект. Изучить. Объект представляет собой древний куб, вокруг которого вращается орнамент с различными символами. Откуда бы исходит посторонняя аура? Но его лучше не брать, блядь. Потому что чел, блядь, здесь охраняет явно, а не просто так стоит. Так, въеби-ка. Успокойся, нахуй. Огромное существо находится в глубоком сне. Блять, где сейф-то? Я не верю. Как здесь нет сейва, блять? Что за хуйня? Ты как, в порядке? Кивает тебе. Ты отлично держишься. Одаривай тебя улыбкой. О, она уже, кстати, ко мне, она уже растопилась, ведь. Походу, мы скоро реально трахаться сможем. Блять, неужели здесь нет сейва? Это такая хуйня. И бред. О, привет, блядь. Привет еще раз, хотя прошло не так уж много времени, не правда ли, друг мой? В последнее время одна мысль не дает мне покоя. Ты будешь против, если мы проведем небольшой тет-а-тет? Не хотелось бы, на самом деле. Ох, понимаю, это совершенно нормально. Я имею в виду, что даже если я чувствую эту прочную связь между нами, то это не значит, что ты разделяешь мои чувства. Не беспокойся, я не обиделся, ничего такого. Хорошо, что ты не отвечаешь мне... Смотрите, как умирает настоящий чародей, тупые соки! Так, а ну-ка, постойте. Это что вы сейчас дали выпить маленькой девочке? Да-да-да, алкоголь. Полиция, да, идите нахуй, говорится. Получается, сейва нет. И, блядь, и что мне делать? Ой, блядь, случайно! Нажалась на эту хуйню, камень душ проебал. Блять, и что я теперь получил? И что, блять, получилось с этим камнем душа? Блять, какая хуйня. Ну, у меня есть еще один. Просто... Бля, ебать в сратый хуй. Я даже не понял, что я получил. Какая же душная пиздатня ебаная, блядь. Малая душа. Внутри маленькие, которые медленно кружит. Ну, понятно. А, погоди, я вот здесь не был. Ты можешь просто развернуться и не участвовать в этом. Блять, это же это рыцарша. Но если я сейчас, блять, да, я боюсь, что они на меня, я боюсь, что они меня потом заебут, блять.
Ну, типа, если я сейчас спасу, я боюсь, что меня потом в жопу, блядь, ебать будет деревня. Что? Я ничего не делал вообще-то. Что за... Ах, слава богу, ты хоть представляешь, что они сделали со мной? Ах, я не могу поговорить об этом, нет. Тысяча благодарностей, без твоей помощи я была бы мертва. Что здесь произошло? Я нашла подземную деревню, полную тех существ, живут как дикари. Они ничего из себя не представляют, просто кучка еретиков. То, что они делали со мной, когда я увидела один из них примитивных ритуалов, я должна была вмешаться. Привет, Кукавс. Нескольких я сразила, и они погнали за мной сюда. То, что они сделали. Какому богу ты поклоняешься? Я поклоняюсь Альмеру, как верховному богу, как большинство жителей Рондона. Я пытался объяснить его учение этим пещерным дикарям, но мне кажется, они не поняли ни слова сказанного. Меня зовут Даарс, можешь это запомнить? Кто ты такой? Мое имя Даарс Каталис, я из рыцарей полуночного солнца. Как только разговор переходит на рыцаря, ее лицо светлеет. Я заранее извиняюсь, простолюдинам мои манеры могут показаться чересчур строгими. Я родом из королевства Рондон, до вступления в ряды рыцарей полуночного солнца служила королевским рыцарем. Так, понятно. Зачем ты спустилась сюда? Я сделала шаг во тьму для того, чтобы спасти своего капитана, капитана рыцаря полуночного солнца. Возможно, ты слышал о нем, его имя Легард. Если встретишь его однажды, то уж точно не сможешь забыть. Хочешь продолжить поход вместе? Да, с радостью. А я имел в виду, что это мудрое решение, очевидно. Я с удовольствием присоединюсь к твоей группе и буду в ней до тех пор, пока они достигнут своей цели. Что, сойдет, блядь. Чё, блядь, куда идти-то? Рыцарь, что я разъебать? У меня взрывной флакон есть. Блядь, он застрял здесь, что ли? Во! Можешь с ней поебаться, с рыцаршей! Но сначала проявить любовь... только с девочкой могу ебаться. То есть у меня персонаж педофилыч. Так. Подождите. Если я взрывной флакон ебану на него, он сдохнет? Блять, не ж... Подождите, мне в чате сказали, что взрывным флаконом можно разъебать эту хуйню, и все.
То есть мне пизда получается, блять. Взрывной флакон уничтожит все элементы брони и мгновенно выиграет схватку. Эта стратегия не работает в режиме страх и голод, где у брони больше страх... Подожди, то есть здесь работает. Не работает на страх и голод. А. Все. Камень душ? Нет. Обыскать. Я буду очень признателен, если ты не станешь там рыться. Хорошо. Спасибо. Сосать. О, мы ведь раньше не встречались, верно? Мое имя Нора Назрамус. Я алхимик, живу здесь, рад знакомству. Подожди, Назрамус, блять? Разве тот чел не представлялся так же? Сложно сказать, кто перед тобой, мужчина или женщина. А, подожди, так мы же с ним пиздели, блять. Прошу прощения за ту сцену. Вот так опуститься на грубой физической силы моим исследованием сотни лет, видишь ли, я не могу упускать того, кого попало. Я ищу одного человека. Верно, кажется, я знаю о ком-то. Я не вмешиваюсь в происходящее на верхних этажах, но думаю, что человек, которого ты ищешь, находится в подземельях всего несколькими этажами ниже. На твоем месте я бы поторопился, несмотря на его внушительный вид, боюсь, его время приходит к концу. А теперь я бы был благодарен за возможность поработать в тишине, если ты, конечно, не против. Как давно находишься здесь? Ох, я здесь уже очень давно. По ощущениям, будто бы целую вечность. Что ты исследуешь? Мои исследования, я изучаю все сферы знания, как и полагается любому ученому. Мои исследования многому меня научили о магии крови, божественности, богах и о прочих столь же банальных вещах. В данный момент я больше всего заинтересован в природе и пульсации Земли. Люди этой эпохи не замечают, как природа увядает, и как они сами все ближе и ближе к вымиранию. Это одна из причин, по которой я спустился в эту тьму. Первобытное главенство природы все еще живо здесь. Почему ты живешь здесь? Почему? Какой глупый вопрос. А, это место играет ключевую роль в моих исследованиях. За годы исследований я так и не нашел ни одного места, где столь отчетливо чувствовалось бы присутствие богов. Что касается неудобств подземной лаборатории, что ж, люди слишком зациклены на удобствах. Они думают, что чем удобнее, тем лучше, и это заставляет их отказываться от действительно важных вещей. Ограничения побуждают к изобретательности. Как ты сохраняешь рассудок в этой тьме? Здесь и должно быть темно. У нас были бы проблемы, если бы в этих подземельях было бы светло, как днем. Блять, я надеялся, что хотя бы здесь будет ебучая... О, Господь, даруй просветление. Будет ебучая кровать. Нагромождение книг из всех вообразимых областей знаний. Ни одна из них не привлекает твоего внимания, но тут также лежат отдельные страницы. Находишь страниц книги 2. Старинную книгу. Потягивает твой взгляд, будто бы зов сирены, книга приковывает твое внимание к ее жуткой кожаной... Понятно, еще один некрономикон. Ты находишь алхимию топа... Ей, блядь! Синие флаконы могу крафтить теперь. Что это такое?
Из красный и синий крафтится фиолетовый. Чел, нахуй ты мне советуешь эту хуйню, блять? Фиолетовый — это яд. Потом, конечно, можно суперхилку сделать. А, это даже нет, противоядие, блять. Фиолетовый — это противоядие, а не хилка даже, блять. Да, медленно, но крайне, да, яд. Красную и синюю траву. Ты смотришь на зловещий Хексон. Использовать. Блять. А, малые души один. Вот, я могу прокачаться. Блять, а описание скиллов будет нахуй какое-то? И иду я вот от этой точки. А за счет чего я кастую-то, блять, понять не могу. За счет разума? Давай проверим. Хотите, я кастану, проверим, про сколько хилит? Блядь, девочка слабеет от голода. Пойдем дракон, наверное, это. Я... Так, и потом, наверное, куда? В яму, да? Так, по-моему, сюда. Или нет? Нет, погоди, не сюда. Сюда. Так, еще, кстати говоря, у него хавка есть. О, еще. Я не могу трахнуть рыцаря. Мы пока не можем ебаться. Не будешь возвращаться в начало, чтобы на кровати сохраниться? А неужели там дальше нет сейва?
Когда там сейв-то будет, блять? Это пиздец, кстати. Мы ебать как долго без сейва. И я вот думаю, может сделать атаку на поселение, раз они со мной теперь будут... ну, раз они теперь все будут со мной в плохом настроении. А, рыцаря трахнуть можно, когда в первый раз спрашивают про девочку. Лучше вернуться? Ну давайте. Хорошо, я готова. Но, пожалуйста, будь нежен со мной, это мой первый раз. Ебать, что за хуйня? Нахер ты это сделал? Блять, вот дегенераты тупорылые. Я впервые играю в игру. Ты спрашиваешь, нахуй я это сделал, уёбище ёбаное, блять. Ты реально тупой, мне нужно тебе, блядь, ответить нахуй. Чё за тупорылые, блядь, вопросы нахуй ты мне задаёшь, блядь? Нахуя я это сделал? Я, блядь, по-твоему, ебал, что ли, нахуй? Я тебе говорил про это не делать, ты рыцарь. Тебя только, сука, блядь, и читаем нахуй, ёбаный хуй, блядь. Только твои сообщения, ебучий ёнк, я, блядь, и жду в этом чате. Нахуй иди, блядь, говорил он мне. Бля, ну пиздец, короче. Ну, блядь, это, конечно, я не буду, я, если что, я, конечно... Блядь, а что мы проебали? Мы проебали рыцаря? А, и щит, мы вообще проебали. Мы проебали еще и... Почему-то мы проебали... Экипировку, нахуй. То есть я даже не знаю, а в чем прикол от этого Саиди? То есть какой-то мы какой-то бонус от этого получили вообще хотя бы? Существует участие похуже смерти. Получишь уйти на своих... Я просто не понимаю, блядь. То есть какой прикол-то, блядь? Сильнее по статам стал. Ну, особо нет. Регенерацию конечностей. А, ну то есть, учитывая, что у меня душа дракона, блять, мне нахуй не всралась эта регенерация конечностей. Ой, блять, господи, какая хуйня. Подожди, а вот проход направо, блядь, что это? Блядь, понял, нахуй. Так, теперь второй прикол, это я хуй знает, смогу ли я сохраниться. Понимаете, в чем дело? Ну, сохраняться, наверное, надо будет через шифты сейчас. Потому что иначе, блядь... Погнали. Ключи волка, блядь. Давай попробуем. Сейчас я уже готов на все, я засейвился, блядь. Все, я готов к экспериментам.
Ну чё, давай попиздим, блядь, с тобой. Ты пытаешься поговорить с чудищем. Предложи гнилое мясо. Ты даешь гнилое мясо без лунницы, она осторожно начинает есть мясо. Умение поговорить, блядь. Сколько она может жрать, блядь? Понимает его без опаски. А, все? Похоже, степень уважает тебя. Взять ее в свою группу. А кормить ее, короче, надо мясом, я так понимаю. Ну, гнилым. Естественно. Ебать, это что за хуйня? На стене висит огромное создание, закованные цепи, он не проявля... Но непонятно, живой оно или нет. Из груди сочится желтая слизь. Подойти. Ты выдавил немного желтой слизи из груди. Блять, это же гной нахуй. Ебать, уродов, блять. У меня кунсткамера вышла на прогулку, блять. А что это за желтая... Бля, только не говори, что это какой-то аксессуар ебучий, блядь. Да, кстати, у меня хуй. У меня хуй видно. Бля, девка без руки? Чел, блядь, с мутант, блядь, с одной сиськой и членом, блядь, который поглотил во время ебли бабу. И собака с четырьмя глазами. Блядь. Ну, их-то мы должны разъебать, блядь. Нахуй, блядь. В смысле? Ты такое, блядь, нахуй пососное говно? Даже девка, блядь, хуярит сильнее, чем ты. Пизда, блядь, я понял. Кусок ты бесполезного параши, бля. Ёбаный рот этого казино. Ладно, он хотя бы жрет гниль. Цирк уродов какой-то, серьезно. Ладно, мы сейчас будем пиздиться. Да, мы сейчас будем пиздиться с этими. Ну, блядь, пизда деревни ёбаный, блядь. Сейчас хуй каждому, блядь, отхуярю. По рукам, блядь, сейчас ёбну ему. За хуй его кусай, блядь. Правильно, нахуй! Вот, блядь. Блядь, в смысле? Да, тоже косой, блядь. Подожди. А, всё? Сто... У него так мало хп? Ритуальное копье. Девяносто два, но он двуручный. Я вот думаю, а нужен ли мне щит, блять, вообще? Учитывая ситуацию. Может просто, блядь, ритуальное копье и ебучку, бля, хуя. Хотя, с другой стороны, блядь, 6 атаки всего даст. Хуйня какая-то. Жалко, девка с копьем не умеет, наверное, пользоваться там. Ну все, бля, пизда, я сейчас просто разъебу всю деревню. Да не, там хуйня, блядь. А, у него экстра терн, кстати, есть у этой собаки. Нет ничего ценного, блядь. Я просто поедаю деревню, блядь. Что это за ебанутая игра? Голый чел, блядь, с одной женской сиськой и хуем, блядь, с однорукой, блядь, малолетней пиздой, собакой-мутантом нападает на деревню рыба-людей, блядь, хуярит их, блядь, по пенисам и потом пожирает их пенисы. Я пожираю пенисы этих, блядь, рыба-людей. Какого хуя, блядь? Безумница метит территорию, блядь. Все правильно, все вот правильно. Вот мы и на месте. А это свиномордия рыщет внизу. Добрый день. Вагина! У нас из зала экспонатов сбежали. Бамужик с членом. Вагина, блядь, сиськи! Дочка директора кунсткамеры. Вы их не видели?
Блять, какой пиздец! За сиськи, он сиськи не откусил! Добрый день, у нас из зала экспоната сбежала бомбаба-мужик с членом, многоглазый волк и дочка директора Кунска. Вы их не видели, понять не имею, о чем вы? Я таких никогда не встречал, да? Блять, что мы делаем с ее трупом, блять? Так у него-то дохуя, кстати, должно быть, он торговец. Нет ничего ценного, он же торговец, блять. Что за наебалово? Надо, кстати, на... Кусай за член, блядь. Ладно. Почему собака постоянно кусает за хуй, за сиськи, блядь? Что за кринжа ебаная? Это совпадение, конечно, но это просто звездец какой-то. Берет за голову, ты видишь, как ее колоет. Похоже, она совсем не хочет идти дальше. Не понял. Не понял, блять, реально, что за хуйня? Да, блять, заебало! А где она? У девушки пустой взгляд, обычно дать ей бутылку эля. Девушка выглядит напуганной, твое присутствие, похоже, успокаивает ее. Мое присутствие, блядь, ее успокаивает? Мое, блядь, присутствие ее успокаивает? Я понимаю, я понял. Ебать! Я промахнулся. Нихуя 20, блин. Понятно. Чё она такая уворотливая-то?
Бля, походу у этих жителей вообще нет нихуя. Они какие-то бомжи, блядь, ебаные. Вот у этого должно быть копье, наверное. Да, ритуальное копье. Но теперь-то могу спиздить, блядь. Клуб Гвин с пьедестала. Он оказался намного тяжелее, чем выглядит. Так, и что он делает-то? Объект представляет собой куб древнего вида, вокруг которого вращаются украшения. Ну чё, прыгаем вниз, чат? А может бросить камень? О, использовать веревку. Кинуть камень, как думаете? Заебал ссать везде. Это что за хуйня, блять, еще? Жертва кажется жива, но находится в состоянии транса. Кажется, что он все еще жив, несмотря на выпущенные кишки. Праздно стоп плоти, я хочу еще. Господин Маски выглядит очень возбужденным, он тяжело дышит. Его гениталии, похоже, в ненормально высоком напряжении от эрекции. Присоединиться к празднеству? Не, хуйня какая-то, блядь. Это они тоже меня хавать будут, получается? Чат, у меня сейф очень далеко, блядь. Не-не, чат, я не буду. Кажется, он доволен. Блять, а может это ритуал для бога? Типа как с кроликами, только для этого воинственного бога какого-то другого. А мы можем поклоняться двум богам или как? Или это не приветствуется? Перед тобой игнич находится использовать некромантию. К сожалению, в слишком плохом состоянии. Блять. Нет. Бля, ебать, они тут просто трахаются все. Трахаются и... Не понятно, что эти трахаются и жрут друг друга. Нихуя себе, кто-то уже обчистил? Кто? Кто посмел облутать? Мне бы, кстати, найти кухню, где приготовить, типа, еду. Блять, я боюсь призраков. В стене торчит таинственный меч. Меч излучает голубоватое свечение, в нем определенно есть что-то потустороннее. Изучить. Качество меча похоже на высшем уровне. На рукояти клинке можно увидеть различные надписи. Меч застрял в стене, и ты не уверен, стоит ли вытаскивать его. Бля, мне кажется, стена бру... Это меня, короче, задавит, блять. Ну, типа, знаете, я потащу, и хуйня такая на меня, и это... И я, короче, сдохну. Ебать, блять, хуета какая-то, пиздец. Бля, пизда, боюсь, блять. Балки были такими ветками, такое ощущение, что вот тут все рухнет. Ты можешь использовать взрывной флакон. Нет, блядь. Сейчас взрывной флакон въебать, блядь. Где, это как его, еле это как его работают. Еле, короче, держится.
Бля, так это гнилая хуйня. У меня есть книга, да, в путь Махабры, да. Колонна с изображением различных гротесных древних существ. Загадочная колонна. Лозы медленно пульсируют, как будто бы они впитывают жизнь откуда-то. Наверх. Ну, пойдем. Легкий сквозняк. Ух, блядь. Да куда ты ссышь это? Ладно. О, взрывной флакон. Два яйца. Кольцо духов. Кольцо с кровавым алмазом. Оно повидало много смертей, и теперь жизненная сила буквально струится из камня. Интересно, что оно делает? Повышает ХП? Что делает? Покорми девку попозже. А, у меня фобия пропала, да. А, плюс ХП за ход. Ну, в смысле, типа, она хилит каждый ход. Стул с красивой отделкой. Неизвестно, зачем он тут. Может, просто сесть. Стол очень комфортный. Наконец ты можешь позволить себе немного расслабиться, хотя бы на минуточку-другую. Чувство, как будто бы восседаешь на троне. Но умеришь мысли о том, что прийти сюда, в это подземелье, тебя побудило одно лишь желание, никто не заставлял тебя приходить. Можно было просто проспать отправление в это ужасное место. Есть огромное количество вещей, которым можно было бы наслаждаться, но вместо этого ты сидишь на стуле в окружении пронизывающей холодной тьмы. Сидишь, понимая, что когда ты встанешь, смерть может поджидать тебя прямо за углом. Это как минимум ужасает. Охуеть, куда мы вернулись. Ебать, папаша. Бля, ну здесь один еблан жив. А сейф есть назад. Сейф есть сзади. Во, давайте дверь попробуем выломать. Нихуя, блядь, дверь! Достойно уважения! Опа! Чё? Сейвимся с монетой. Возьми копье, кстати, это хороший совет попробовать с копьем взломать. Давай попробуем. Блять, промахнулся, долбоеб. У нас гандон промахнулся один. Мы, кстати, можем об дверь хилить бабу. Хилить девку можно об дверь. С этим кольцом. Не. Можно обузить дверь, просто хилиться.
А, постой. Блин. Ой, блядь! Нормально, пизди псину. Псине поебать, блядь. Псина не заражается. Простая грубая кукла, изображающая длинноволосого мужчину, лежит на земле. У тебя мурашки от куклы, и от нее исходит жутковатая аура. Ты можешь отдать куклу девочке. Бля, стоит ли отдавать жутковатую куклу девочке, либо подмазаться, чтобы ее выебать? Ты отдаешь куклу девочке, и кажется, она ей понравилась. Ты сразу же замечаешь неподдельный восторг в ее глазах. Девочке нужно гладить... Девочка нежно гладит грубые волосы куклы. Девочка получила странную куклу. Кукла, найденная в одной из тюремных камер, изображает высокого брюнета, от взгляда не убудет... Не-не, там кольцо, блять, обратно. Эй, наконец-то кто-то вытащил меня. Я Кахара, родом с юга, наемник, твоим услугам. Что ты здесь делаешь? Ну, у меня есть здесь задание, ну давай отложим эту историю на потом. А я чувствую себя вяло после того, как проторчал здесь так долго. Ты не возражаешь, если мы некоторое время путешествуем вместе? Отлично. Странная кукла. Блять, охуенно. Самое оно, что здесь поссать. Вот теперь-то, может, взломаем, блядь? А! Крепкий сундук, похоже, что не заперт. Камин-душ. Но теперь-то, блядь, мы должны. Сука, реально? Я не помню, где кухня. Мне нужно кухню найти. А кухня где-то здесь, вроде бы. Бля, ёбнуть этого долбоёба, может быть, наконец-то. Вот как с ним сражаться, блядь? В тело всё въебать? Или всё в руки, блядь? Блять, ногу повредил ему. А, нихуя себе, блядь. О, кольцо стылой крови. Так. Она вообще тухнет, тухлятину любую хавает, да?
Забери предметы и трахни его, а я могу его трахнуть, блядь. Да? И стать еще сильнее? Просто надо перед трахом раздеться, да? Ой, блядь. А этот чел, он жесткий? Блядь! То есть руки ему так не разъебать, да? Просто так. Беги, да у нас сейф рядом. Да у нас сейф рядом-то, похуй, блядь, какая разница-то. И давайте попробуем попиздиться. Да, кстати, давайте реально ослепим его, кстати. А, у меня нет, да? А, ну да, нет. Его хуй убьешь? Странно, Пикачу. А если его убить, он больше не появится? Чат. Да? Давай попробуем, блядь. Чё-то вообще урон по нему не проходит, блядь. Ебать. Ну что ж, не дурно, блядь. Рафлан ебалыч, блядь. Промах, блядь, так у него же две ноги повреждены, блядь. Какого хуя вообще? Блядь, какого хуя? Типа по... Да причем тут собака? Я, блядь, хуярю и ему поебать. Я его хуярил по голове и все время мимо. Понятно. Странная хуйня, конечно.
Нормально. Так, ладно. Поебурили. Нам нужно дойти до кухни. А мы сейчас, по сути-то, можем камин-душ использовать на то, чтобы прокачаться? Или не надо его тратить на эту хуйню? Просто душу какую-то малую создать, чтобы качнуться. Требуем ебать Кахару. Ну, когда идем, обязательно. Обоссался, блядь, при виде ворона. Блядь. А я здесь его не обойду, кстати. Что самое ебанутое-то. Здесь очень узкое пространство. Бля, его надо выманить как-то, блядь, сюда. В смысле, блядь? Я же стоял в двери, он видимо, короче, он оказывается может, я так понимаю, он может, как это называется, блядь, цепляться по вот у нас персонажи в ряд стоят, и он может за последнего цепануться, и будет драка. А, он стоит, он не может пройти. Блядь. Он не все. Он не может войти просто. Ай, блядь. Всратая игра. В этом плане, конечно, пиздец просто. Все, я застрял. Я застрял, не могу сбежать, то есть я не могу ни влево, ни вправо двигаться после побега. И, ну, как бы ГГ, все, мы в ловушке. Ну, просто на рандоме хуярим в голову ему. Промах, блядь. 83 только попали. Промах. Ну, по нему будет почти одни промахи всегда. Равновесие он не теряет от ног. Да. Просто загрузимся. Это бесполезная хуйня. Ой, заебало, бля. Интересная ли игра? Но интересная, да. Что касательно интереса, она интересная, да.
Собака несколько раз заход бьет, а, два. Так, и как же нам пройти тогда там, блять. Блудница слабеет от голода. А, ее здесь нет сейчас. Понятно. Тебе писали, Гамма? Да мне поебать максимально, что мне писали. А вы не помните, где была кухня, чат? Внизу вроде здесь. Ух ты, блять, кто это? Мужчина в маске. Таинственный мужчина выглядит словно ветеран войны. Похоже, он потерял правую руку, но в его недюжинной осанке все равно считается его крайне устрашающий. Нечто крайне устрашающее. Кто такой? А тебе какая разница? Или ты тешишься надеждой увидеть меня вновь? Вряд ли. Никогда не знаешь, что тебе уготовит судьба. Хотя, если задуматься, я Изая. Можно сказать, я ветеран этих подземелий. Загрузите, трахни его. Так это не важно, я в любую локацию перехожу и все. А там нет прохода к траху. То есть, как я понимаю, как я только перехожу в другую локацию, то он исчезает просто. Не так давно я нашел манускрипт, поведавший мне о том, что сокрыто в стенах этой древней крепости. В нем было множество страниц, что-то вроде карт. Мне удалось найти лишь несколько указанных мест, но я также нашел в отмеченных местах спрятанные сокровища. Пара карт, однако, отыскать их мне совсем не по зубам. Возможно, сокровища спрятаны где-то глубоко, куда я попросту пока не смог добраться, или я что-то упустил. В любом случае, мои дела здесь окончены. Я уже слишком долго искушаю свою судьбу. Я могу продать тебе оставшиеся карты, скажем, за 50 серебряных монет. Как насчет 20? Издеваешься надо мной? Так не пойдет. Блять. Все, я понял, сделки не будет. А вот и печка. Может, эта пометка нечеловечий входит в комнату подразумевает появление ворона на локации? Блять, ну это пизда в плане того, что он мне дорогу перекрыл.
Бля, конечно, этого ебасоса бы ёбнуть, бля, по-хорошему. Бля, может быть, сейчас этой пати попытаться долбоёбов ёбнуть, которые здесь ритуал проводят? Внешняя игра сделана отлично. Ищи Кахару внизу? В каком низу, блядь? Давай попробуем. Отлично. Ниже где, блядь? Ниже на этой локации внизу или ниже уровнем? Талисман очищения и робу жреца. Камень душ. Ой, блядь! Отвратительно, конечно, сделано меню. Блядь, это просто пиздец. С этим поглотить камень душ, блядь, все в одной хуйне. Надо сначала кучи нет нажать, блядь. Это пиздос, блядь. Так. А что проклятие? Что нам это даст, интересно? У нас какое-то оружие говёное, бля, чтобы его в этот... Феромоны, целительный шепот, блядь. Урон долго сможешь... А как думаете, стоит ли сейчас на персонажа этого нашего основного топор ему чарить? 3х в кубе плюс константа. Ну что там? Вот топор стоит ли ему чантить? Целительный шепот масхил, но я примерно так и думал. А феромоны что? Сфера тьмы хуйня, кстати. Агрный персонаж. Блять, ну мне по сути нахуй не нужен. Ладно, сохраним пока просто. Ты мог вытащить тот меч с помощью айтема какого-то, который у тебя есть. Ну охуенно, блять. Так, надо уходить отсюда. Блять, это элитный еблан.
Так, где он здесь? Он здесь вот, правильно? Ты можешь сейчас пойти за синим мечом, книгой «Путь в Махавре»? Так чё, блядь, сначала «Путь в Махавре» ебануть, блядь? И зачантить себе меч? То есть Жашира еблан, правильно? А, вытащить меч и юзануть сразу книгу? Понял. Ну давайте. А почему не работает, блядь? Понял. Ну пойдемте, блядь. Два ебаната, для чего вам русский язык? Да, я, кстати, тоже просто, блядь, добавить несколько слов, чтобы нормально все изъяснить. Нет, сука, блядь, пиздец. Ни один из ебланов нормально написать не может. Потом уже только поправили. Блять, как же, сука, тяжело, блять. Слава богу, я, сука, с ними не дружу, с этими людьми, блять. Это про... И не работаю. Это же пиздец, какие не еблан. С ними же просто невозможно. Они же не могут эту простую мысль, блять, донести. Это же ебануться просто. Так, чел получается где-то здесь. Быстро действуй, не перепутай. Так на эскейпе паузы же, разве нет? Я проход нашел какой-то, блядь. А. А, да, я здесь не был. А, или... А, ой. Эй, я рад видеть тебя живым. Я волновался за тебя. Я тоже рад тебя видеть. Ха, да, я уж точно не хочу оставаться в одиночку в этом ужасном месте. Я буду держаться с вами, ребят, будьте уверены. Уёбок, блядь. В этой игре, да, похуй. Устройство, которое использует шахтер, что ты понять не имеешь его значение. Рычаги заржавели и более непригодны для использования. А, ну давай его ёбнем. А, блядь, это арбалетчик ебаный. Что ж, неудобно вышло. Маленькие ключи, говорите, бесконечные, правильно? Вот до чего все это дошло. Прости нас, Альмер. Тело было разрезано несколько кусков, судя по отметинам, конечности изготовили как пищу. В его голове сгорело лезвие. Вытащить его. Акульи зубы. О, немножко посильнее, блядь. Плюс один. Не, ну тут просто не плюс один, ребят, а еще у меня освобождается топор, который я передал второму своему сопартийцу. В этом прикол, понимаете еще? Сильно изуродованный скелет, некоторые кости отсутствуют, на тех, что остались, можно увидеть следы когтей и зубов.
Ты не комплексуешь, что твой отросток меньше в два раза, чем отросток стражников? Нитроглицерин порошок. Я не комплексую, я уже смирился с этим. Ну, маленький хуй у меня и маленький хуй, как бы что поделать. Не всем же с большим хуем жить, правильно? Надо просто принять себя и не комплексовать. Потому что если вечно оказываться в борьбе с собой, с того, что у тебя маленький хуй, так можно, так сказать, стать маленьким человеком, блядь. Ау, твоя мама, медленно меня газы. Девочка слабеет от голода, блядь. Пошла нахуй, блядь, заебала. Жрать постоянно хочет. Я не понимаю, я здесь был, блядь, или нет? А, да. Так, вопрос. Когда я вытащу меч и нажму на Escape, будет пауза? То есть я смогу вот спокойно взять, вот так вот перейти, не спеша, и ебануть эту? Ты говоришь, путь Махабры, бла-бла-бла. Ты будто засыпаешь, открыв глаза, перед тобой предстает совершенно новый мир. Ебать, блядь! Силуэты начинают обретать облик в солнечном свете. Ты знаешь силуэты новых богов, они пытаются сместить старый мировой порядок. Франсуа, господствующий, сверлит тебя взглядом сквозь прищуренные глаза. Он, кажется, доволен твоим присутствием на этой древней земле. Смертный, решивший сделать шаг в царство богов. Четыре души надо, чтобы зачантить? Бля, надо копить. Ты чувствуешь необъяснимую... То есть малых душ вот этих вот. Ты чувствуешь необъяснимую ностальгию от его искаженной улыбки. Остальные новые боги, кажется, не очень заинтересованы тобой. Страх овладевает тобой. Измученные замечают тебя. Измученные замечают тебя. По его образу видны травмы и мучения прошлого. Ты чувствуешь отвращение от одного его присутствия. Что от тебя хочет, остается загадкой. Под его сверлящим взором по твоей спине стекает холодный пот. Еще увидимся, Франсуа сказал. Че-то мы все, блядь, получили урон по разуму, нихуево, блядь. Ты замечаешь, как у девочки трясутся руки. Она ужасно напугана. Ну да, значит, надо идти просто побухать, блядь. Нам всем нужно выпить, блядь. Этот сучонок жрет мед прямо из улья. Водку хлещет за четверых. А кое-кто поговаривает, что он нахер полное ведро вешал. Привет. Я иду в Якитарю. Тебе что-нибудь принести покушать? Тулет Белла Кон Ла Папайя. Да, возьми мне Том Ям и роллы какие-нибудь. Подождите, а у меня этот еблан... А у меня этот еблан спиздил этот, как его, что ли, бухло, когда от меня убегал. Потому что у меня только бутылка виски осталась, блядь. Ну, собака выпить не может, очень жаль. Решка на этот раз, блядь. Ебучие сундуки постоянно с решкой падают. Да. Древний талисман, и ты забираешь бдительное око с собой. Блять.
Так что, а как все тут съебать-то? А. Путь Махабры обращается в пыль, как только ты возвращаешься в реальный мир. Я считаю, вылазка была удачной. Трахнуть и поглотить Кахару, а вы знаете, я что-то не очень хочу его поглощать, от него нормальный урон исходит, блядь. Мне кажется, его убийство это слив ДПСов будет, блядь. Ебать, это что такое? Блять, а где проход-то в итоге? Проползти. Опа, блять. Корни дерева крепко сжимают скелет в твоих объятиях. Изучить. Похоже, скелет находится здесь уже многие века. Судя по одежде, можно предположить, что он пришел с Дальнего Востока. Ты снимаешь скелеты, шелковое одеяние, дзингасу, кабуту, амулеты и ядсу. Кстати, давайте вообще посмотрим, что там вообще такое. Вау! Магическая защита и защита ап. Нормас. Шелковое одеяние, магическое защита. А, ну и остальное просто в говно падает. Так. Бдительное око. Талисман в форме широко открытого глаза. Кажется, под его надзором чувства страха и ужаса отступают. Амулет Ига-Эгетсу. Говорят, амулет выпал из одеяния странствующего воина, говорит, повышает шанс нанести крит-удар. Вау, неплохо. Так, а что у нее здесь? У нее какое-то кольцо хуёхов, блядь. Может быть, ей убрать это кольцо ебаное? И ебануть ей вот это, блядь, чтобы она, так сказать, меньше психовала, блядь. А этому челу дать криту. Или... Слушайте, я могу же отращивать конечности, правильно? Может быть, мне забить хуй и взять себе криту, а ему дать как раз осколок, который предотвращает потерю конечностей? А, не можешь? Мне сказали, я могу. А, блять, ну ладно. Ну да, здесь сильно броня падает, конечно, ничего не взять. А, отрастил разово, господи, а мне сказали отращивать конечности могу, блядь. В этом месте стена мягкая на ощупь, толкнуть. Куда я вообще, блядь, проник, я не могу понять. Отлично, камень-душ. Хрень.
Это все, блядь? Сложно сказать, что это за орган, на нем проступают вены, которые уходят под землю. Похоже, что он связан с чем-то большим. Бля, разрезать его? Бля, мы же не просто так сюда пришли, он нас вел к этой хуйне. Из раны льется фиолетовая жидкость. Он перестал пульсировать, но ты видишь, что в венах все еще происходят какие-то движения. Похоже, что к нему присоединен... То, к чему присоединен орган, все еще живо. То есть, я так понимаю, цель этого... Цель визита, она вот только в этом. Блять, это оказывается была... Яма. Растения крепко сжимают мертвеца в своих объятиях. Ты можешь использовать некромантию на скелете. А нет смысла, у нас ведь нет... ну, нет слота, правильно? Мы не можем пятого взять с собой. Блять, а как псиний разум поправить? А скелет, наверное, будет получше, чем ебаная псина. И скелет же тоже хавает гниль, да, по-моему? Скелету вообще хавать не надо? Слушайте, как думаете, кто будет сильнее, псина или скелет? И бьет рандомно, как собака. А, волчица прокачивается. Ну ладно, тогда давайте оставим. А, погоди, это мы пришли туда, где по сути остановились, где вы сказали мне идти наверх. На стене изображен пышный и успокаивающий древний город с башнями и колоннами, что возвышается высоко над горизонтом. На столе лежат самые разные книги, они не выглядят ни чуточку полезными. О, снова ты! Если быть честным, я удивлен, что ты все еще дышишь. Как поживаешь? Нам действительно необходимо беседовать об этом? Нет, я так не думаю. Что это за место? Мы у порога во тьму. Это последние стены, созданные человеком, который ты увидишь. Спускаться глубже может быть самоубийством. Старая книга за богатым позолоченными иллюстрациями. Ты забираешь книгу просветления. Погоди, книга просветления это как раз таки... Это как раз таки... Как она называется? Сейф. Да. Опа! Так. А если я девочку трахну, он тоже сольется, блядь, с ней? А, ее нельзя. Сохранись и трахай. Да нахуя? А нахуя мне сейчас сохраняться, чат? Мне кажется, еще рановато для сейва, нет? Блять! Откуда, блять, он здесь взялся вообще? Так, тогда я подождал, и это была полная хуйня.
поэтому я сбегаю. Блять, они заражены какой-то хуйней. Разумный цветок? Блять, погоди-ка. Этот давай будет бить в эту хуйню. Этот в цветок. И Кахара на всякий пожарный в цветок. Минус нога, отлично. Отлично, цветок минус. Ну, похуй по телу. В смысле, как он, блядь, успел? А как он успел ударить, блядь? Блять, собаку жалко. Собака без это без лапы. Древние величественные двери. Однако одни лишь были древними. Ты замечаешь на полу отметины. Кажется, что их открывали очень часто, даже наш век. Ты никак не можешь распознать резьбу на дверях. Она явно создана представителями неизвестной тебе культуры. Однако здесь есть отверстие в форме куба. А-а-а, ебать! Чё, я сейвлюсь и пытаемся пойти туда? Сколько времени, чат, осталось? И я предлагаю, знаете, за это ебануть некрономикон. Раз мы засейвились. Книга, откуда выходит столько легенд. У нее много имен. Обряды безумия, Аль-Азиф, Завет Гро, Города, Экс-Мортис и некрономикон. А, ну вы читали это. И я получаю раны. Я получаю в обилку раны. Так, давайте сначала да направо. Блять! Может попробовать его ёбнуть, блять? Я все сохранился. Блять, промах по ноге. Минус рука. Отлично, кританул. Все, отросток пульсирует, блять. Взъебываем отросток ебаный. На всякий случай все в отросток идут, потому что мало ли промахнется. Блять! Хорошо. Так, отлично, минус. Блять, промах при том. А, ну да. Он же не может. Да, он же не может, типа, блять, потерять равновесие, пока, сука, не его ход, блять, пиздец. Ног у него, блять, уже нет. Но равновесие он, конечно, блять, не может потерять.
Ты видишь темную фигуру, оттуда видит темные ауры. Ты явно не хочешь открыть эту дверь. Ладно. Блять. Дверь закрыта. Подожди. В бутылке пахнет алкоголем, похоже, здешняя стража любила упивать во время службы. А, его горло перерезано, он умер не так давно. Это тот самый человек, ради которого и был проделан весь этот путь. Он мертв, потому что ты не поэтому ты не сможешь свершить свою месть. Тем не менее, ты рад тому, что с ним стало печальный конец в этих подземельях. Девочка встает на колени рядом с мужчиной. Это ее отец, что ли? Она, кажется, знает его. Ты видишь слабое мерцание в ее глазах, как будто бы она плачет. Воу! Мы прошли через все это дерьмо, и все было не... и все было напрасно. Мертвый или живой, этот мужик меня чертовски бесит. Эй, девчуль, не забивай себе этим голову, мы скоро уйдем отсюда. Твое задание в этом проклятом подземелье окончено. Больше нет причин тут оставаться. В смысле, типа я теперь могу выйти из игры, по сути, да? Ну, как бы... Я могу... Это как бы... Подняться самый верх и уйти в туман? Ты можешь выйти и получить концовку? У двери кровотечение, кстати. О, я хуяси, я выломал. Камень душ, блять, так, сколько у меня? У меня есть одна малая душа и... Два камня душ, мне еще один нужен. И я могу загрейдить. Ох, это ты. Он уже все, отправился на тот свет, не так ли? Думаю, у него была очень важная роль в великом замысле, но, увы, конечно же, это не значит, что с его уходом то, что он начал, умрет. Ну что же, ты здесь именно из-за него, так? Семя, что он посеял, продолжает расти. Если ты продолжишь спускаться во тьму, ты поймешь, о чем я говорю. Продолжай путь, и, может, его смерть не будет напрасной. Если бы ты прошел Легригарду за 30 минут, то он был бы жив, и ты смог взять его в тиму и открыть для себя две концовки. Бля, ну прикольно. Бля, конечно, игра интересная, сука, ничего не скажешь. Блять. Сегодня здесь определенно собралась очень интересная группа людей. Вот сейчас сюжета стало как бы больше, стало интереснее. Ха-ха, что же, это всего лишь мысли вслух. Может к ним прислушаться или нет? Твое право. Пока. Еще один тупой меч у зайца, у дяди прохоза. Блять, надо будет вернуться. Древние величественные двери. Однако лишь... Да, открыть двери. Похоже, реагирует на двери. Ты чувствуешь пульсацию, что исходит от куба. Древние статуи огромных размеров, судя по украшению на головах, статуи изображают древних королей. Загадку. Перед тобой стоит зловещая каменная статуя, она слишком тяжелая, тебе ее не сдвинуть. Это пиздец. Только что я активировал, что, блядь, она хуйнула в меня, я понять не могу. Thank you.
Ой, блядь, шинель существа, блядь. Что за шинель? А. Загрейдили. Перед тобой крепкая деревянная дверь, древняя дверь, она практически целиком стоит из камня, тебе ее никак не разрушить. Промах, блядь. Чё, блядь, столько хп? А. Пиздец, блядь. Ой, бля, короче, не надо было с ними хуяриться, на самом деле. Ингейм-контент пошел, пока даже не встретили одного босса. А здесь не будет сейва, я так понимаю. Бля, потому что я сейчас, я так понимаю, сейчас нарвусь на... Господи, сейчас я нарвусь на этот... На всратую максимально хуйню, и мне придется это... И мне придется заново. А почему у меня нет ключа? Вы же сказали, не бесконечный, блядь. То есть они не бесконечные все-таки. А, эти древние, понял. Блять, какого хуя у него заражение-то, блять? Я что-то не понял, блядь, а какого хуя у него заражение реально? Так, я же могу ему ебануть вот эту хуйню смесь? Она же, по идее, должна и захилить его, и убрать всякие хуйню, правильно? Трава красная с зеленой. А, надеть на него душу дракона, блядь, и она... Заражение пропадет? А при чем тут заражение? А почему душа дракона, блядь? Она же не от этого. А, нихуя себе, реально, блядь.
Типа про то, что конечности это... Окей, понял. А, это я сделал... Это как раз где мы были, куда мы телепортнулись с вами. А сюда нельзя подняться. Глаза Кахара мечется из стороны в сторону, приступи паранойи. Кажется, он начинает сходить с ума. Девочка ищет тебе утешение, она явно чем-то взволнована. Так. Так, а как нам накуриться? Где трубка-то? Подожди. Опиум либо табак, блядь. А мы курим все? Типа это массовая хилка для этого? Собака по пизде пойдет, блядь, собаку накурить надо. Слушайте, может быть, нам уже пора бегать с факелами, как вы думаете, а? А, она не, собака не может курить. А как тогда? А как тогда, блядь? Ой. А как тогда нам собаке поправить хуйню-то, я не понимаю. А, собаке рассудок не нужен. Ну чё, давайте все табака ёбнем, блядь. Я просто думал, что собака по жопе пойдет. Все, вырубай. Фух, блядь. 8,6. Я согласен с чатом, я резко повышаю оценку игре до 8 баллов. Как только сюжет попер, вот этих больше диалогов, каких-то вот этих штуковин, резко взбодрилось, блядь. Прям интересно следить за развитием событий.